На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. «Не знаю, о чем каяться на исповеди. Как быть?» Надо понять вообще, что такое таинство исповеди. И понять, что когда человек туда приходит, он приходит не к батюшке, он приходит к Богу. Бог стоит перед человеком. ангел хранитель и священник — это просто вот существа, которые присутствуют при этом таинстве. В чем каяться на исповеди? Когда маленькие дети приходят на исповедь, а у маленьких детей у них есть такое качество и свойство, когда их спрашивают, ты сделал он говорит: нет, не я. И вот чтобы вывести человека на, и научиться и научить его исповедовать, если родители к этому времени еще не научили, то э, умный священник всегда спрашивает: скажи, пожалуйста, а за что ты хотел попросить прощения у Бога? И если это тоже не действует, он спрашивает, а за что тебя папа или мама ругали вчера? И тут начинается, за что там папа ругал, за что мама ругал. И вот все это человек, который пять минут назад не хотел колоться ни в чем, он начинает изливать душу священника, за что его ругал папа, за что его ругал мама. И если священник умный, то он в конце спрашивает, ну, ты понимаешь, что это вот там есть и твоя вина, что может было бы так, может было бы так. И вы человек на покаяние, на способности, возможности изменить себя. В момент совершения греха, ну, память человеческая, она такая э, штука, что она пытается все плохое и негативное забыть. Так вот, в момент совершения греха лучше зафиксировать этот поступок на бумажечке, потом осмыслить. Подумать над ним. Ну вот, например, после вечернего правила. И когда э, наступит день исповеди, я думаю, что у вас не будет вопросов, о чем каяться, потому что за недельку или за тот период времени, когда вы готовитесь, вы все равно наберете. Если это от исповеди к исповеди, то уверяю вас, бумажечка у вас будет написана. Здесь обиделся, здесь не то подумал. Здесь не то сказал, здесь разгневался, здесь раздражился, здесь пожелал человеку что-то нехорошее, а здесь на молитве рассеялся, а там не то съел, тут не туда посмотрел, и вот э, в этой связи у вас будет бумажечка, исписанная. Рекомендую брать на исповедь вот эту бумажечку. И по бумажечке читать, а не ждать, когда батюшка начнет вам задавать встречный вопрос. Поэтому каяться в том, в чем грешили в течение всего этого периода. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.